Здравствуй!
ноги босые. Сталкер подкрадывается, и цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так, колись, падла. Кто такой? Из какой группировки? В ответ... Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой? Как говорится, вот, добро... Всегда такая бруха была. 335. Так, ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не тоже. И все. Завязываю с зоной нахрен. Колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Не учатся ничего, не учатся, блин, как. Кино американского насмотреть и крышу срывает от жадности. Ты иногда на миллион тебе прохопал. Ни о чем не думать, не хотя, кроме бабок. Как кишки болят, не разбросать. Внимание, анекдот. Привезли как-то одного из щенов в зону показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Да. А я-то думал... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Клондайк артефактов и исполнитель желаний. Дурак, вот дурак. Ну, знаешь же везение твое, идиотка. Ну что? Давай, давай, не задерживайся. Опять сапожища хреновые подсохли. Что, у них совести совсем нет у этих? За неделю подошли до пыта. Mm-hmm.
Джокер говорит другому. А я с собой в походе. Здравствуй, оружие сталкер. Опустим уже.
Не балуй. Оружие спрячь. Mm-hmm.